оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Глава ТУВы Шалбан Караул в понедельник на аппаратном совещании озвучил задачи по реализации послания президента России Владимира Путина, с которым он выступил 20 февраля. Он поручил, чтобы правительство региона в кратчайшие сроки по каждой из социальных инициатив президента сформировало рабочие группы со своим функционалом, которые занялись бы учетом всех людей, которые приходят под разные виды адресной поддержки. Надо готовить конкретные списки людей, конкретные имена и фамилии, которых касаются те или иные виды поддержки, отметил он. По тем моментам, которые касаются основных направлений Министерства труда и социальной политики, в четверг и пятницу послание было доведено до всех руководителей Министерства. Задачи как по линии защиты прав детей и семьи, они задачи поставлены. На сегодняшний день проект распоряжение правительства Республики Тыва о создании рабочей группы в целях формирования и начала работы именно по исполнению послания президента Российской Федерации, они начаты. Основное направление – это меры поддержки семей. Более 10 мер, они определены. В ближайшее время будут сформированы все мероприятия, все планы. Кроме того, глава республики на совещании затронул и вопросы проекта «Земский учитель». На эту программу много надежд. Хорошая школа и качественное образование для детей – это важный и мощный мотив держаться за родное село, не уезжать город, а проявлять предпринимательскую инициативу на месте, где родился. Тем более параллельно реализуется проект по ликвидации ветхих школ. В Туве таких осталось 34. Республика Тува, мы можем для своей, если хотите, некоторые такой положительные оценки, мы были одними из первых, а может быть единственными, которые в Российской Федерации вот эту инициативу, которую президент сейчас озвучил, связанную по выезду учителей в сельские районы, так называемый «Земский учитель» программу, предлагается сейчас распространить на всю Россию. Надо понять для себя, что из себя представляет данная инициатива, какие учителя, под каким критерием будут получать денежные средства. Особо нужно обратить внимание через призму федеральной программы «Земский доктор». Скорее всего, она будет иметь непосредственное перекликание, как это реализовывалось в рамках «Земского доктора». Прошу, чтобы вы, это значит Татьяна Юновна Санча, максимально использовали, кому как не нам здесь, в Туве, реализовывать эту задачу. В конце Шалбан Караул отметил, что в разрезе каждого населенного пункта наши власти должны знать конкретно, кто получает возможности пользоваться новыми льготами по ипотеке. Ставки для них сейчас 6%, а все, что выше, субсидируется государством. Президент предложил установить эти льготы не на 3 месяца, а на весь срок кредита. Надо выявить таких людей и проконтролировать этот процесс, чтобы чванливый подход может продемонстрировать банковский капитал. Департамент городского хозяйства мэрии Кызыла сообщает о приеме заявок от собственников недвижимости на получение финансовой поддержки при исполнении расходного обязательства, возникающего при приобретении и установке газового котла для отопления жилого дома. Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70% и не ниже 30% за счет средств местного бюджета и финансовых средств собственников соответственно. 30% берет на себя собственник оплаты, остальное принимает на себя мэрия. Из расчета, если помещение 360 квадратных метров, ориентировочная стоимость оборудования с установкой порядка 990 тысяч рублей. 30% это составляет около 300 тысяч рублей. То есть собственник должен заплатить 300 тысяч рублей, ему будет установлено данное оборудование и запущено.
Более подробную информацию по критериям отбора получателей финансовой поддержки в виде субсидий и по предоставлению необходимых документов можно получить в 216-м кабинете мэрии Кызыла. Подготовить пакет документов, необходимые для этого, значит, выехать на место, определить со специалистами, выехать на место, есть ли возможность установки газгольеров, то есть резервуаров, которые должны соответствовать требованиям. То есть данные резервуары должны находиться на расстоянии не ближе 10 метров от зданий, от построек различных. Вот. Чтобы не было вблизи проложено сетей теплоснабжения, там, электрических сетей. То есть есть ряд требований. Вот. Если, значит, всем требованиям соответствует, пишется заявление, и уже заключается трехсторонний договор непосредственно между департаментом городского хозяйства, собственником жилья и той организацией, которая будет устанавливать. Напомним, что в Кызыле в зимний период отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Значительный вклад в усугубление ситуации вносят частные дома на печном отоплении с угольным топливом, количество которых с каждым годом прирастает. Власти города приняли ограничения в градостроительной политике столицы. Сделав акцент на многоэтажное строительство, обратились в Минприроды Тувы и Роспотребнадзор, имеющих данные полномочия для усилия надзорных функций. В правительстве республики рассматриваются инициативы по производству брикетного топлива. Участники и зрители смогут послушать хюэмэй, отведать блюда тувинской кухни и обучиться народным ремеслам мастеров Тувы. Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада 2019, в рамках которой будут представлены сибирские регионы. Тува будет представлена на двух площадках – на фестивале «Мир Сибири. Зима» и в парке. В составе делегации от республики поедут 70 человек. Представители Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел, Кызыльского колледжа искусств и хозяйственного управления Министерства культуры Тувы. На площадке фестиваля «Мир Сибири. Зима» будет установлена тувинская национальная юрта с утварью, где будут проходить мастер-классы и продажа сувенирной продукции. Также будет представлена небольшая выставка скифского золота «Аржан-2», традиционные национальные костюмы и тувинские национальные музыкальные инструменты. Далее на острове Татышево в парке Универсиады на все дни проведения будут находиться национальная юрта со всей утварью, работающая круглосуточно. Здесь запланировано также проведение мастер-классов по тувинской кухне, народно-художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству тувинцев, а экскурсоводы будут знакомить посетителей с достопримечательностями истории и культуры Тувы. В правительстве одобрили законопроект Минтруда о начислении социальных доплат к пенсии поверх регионального прожиточного минимума. Его поддержала комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Таким образом, неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума, ее проиндексируют и в последующие годы будут повышать сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. Социальную доплату к пенсии в январе получили более 3 миллионов пенсионеров. Ее цель – дотянуть размер пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе. В этом году люди, чья пенсия ниже прожиточного минимума, практически не почувствовали ее индексации. Теперь законопроект предстоит рассмотреть на заседании правительства. И о курсах валют. Доллар на сегодня 65 рублей 26 копеек, евро 74 рубля 8 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Финальная распродажа шуб на выставке «Ангелина Сэм». Скидки до 50%. Рассрочка до 3 лет. С 28 февраля по 10 марта. Сум, цокольный этаж.
Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. До начала всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» осталось 4 дня. В рамках акции 2 марта в 10 часов в республиканской школе-интернате пройдет пробный ЕГЭ по русскому языку и математике. Участники акции – это родители выпускников Кызыльского президентского кадетского училища, республиканских учреждений, образовательных организаций среднего профессионального образования республики, также специалисты институтов, работники Миноборнауки региона и члены межведомственного штаба по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. На участие в акции зарегистрировано 60 человек. В день проведения мероприятия будет задействовано 24 работника пункта проведения экзамена, один руководитель пункта, один технический специалист, 3 члена государственной экзаменационной комиссии, 8 аудиторных и 10 внеаудиторных организаторов и общественный наблюдатель. Напомним, что цель акции – открытость экзамена, разъяснение родителям процедуры его проведения, а не проверка знаний родителей. По данным еженедельного мониторинга, в Туве отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30%. За прошедшую неделю зарегистрировано около 2600 случаев обращения в медицинские организации. На предыдущей неделе более 37 тысяч. Незначительное превышение пороговых значений сохраняется. Зарегистрировано 60 лабораторных подтвержденных случаев вирусного гриппа А, H1N1, H3N2. Ограничительные меры в лечебных учреждениях на посещение родственников сохраняются. Для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется частое мытье рук с мылом, избегать посещения мест скопления людей, укреплять иммунитет, одеваться по погоде. При появлении симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и вызывать службу неотложной помощи поликлиники, в ночное время скорую помощь. В поликлиниках медицинских учреждений усилены службы неотложной помощи, продлено время работы. Проводится мониторинг неснижаемого запаса противовирусных препаратов в лечебных учреждениях и аптеках. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 24, минус 26 градусов. Днем минус 7, минус 9 градусов.